Ты зачем опять калитку расшатала? Ты места мало? Ты не делай вид, что ты меня не слышишь. Всем спать 10 часов. Хозяин! Ты что надо? А? Где так на? Хватит долбить. Слышь, хозяин, помоги толкнуть. Увязли, хозяин. Далеко? Так-то надо утром трактор искать. Не, недалеко, тут за полем. Помоги, там горка, заведемся. Ну, замерзнем до утра ждать-то. Ну, давай, давай, а. Потом еще вспоминать нас будешь добрым словом. Меня Анатолием звать, кстати. Валера. Валера, помоги, а, Валер. Ты один живешь, что ли? Семья-то где? Какая разница? Да какой ты дерганый. О, вот и пришли. Вот тут, если с горки толкнуть, соскользнем. Там на второй передаче схватится, и мы полетим. Ты где был? Так я, Вол, помощь привел. А ты кто такой? Ну, нужна же помощь, Геннадий Ларионович. Мы ему память потом сотрем, и все. Память тебе сотрем потом, и все. Будешь как огурчик толкать. Толкача не взлетим. По снежку только вот так вот, а? Поелозим. Ну я же говорил! Ничего не говорил. Я предупреждал. Никого не предупреждал вообще. Тебя как звать? Валера. А, ну да, да, да. А это Генка. Геннадий Илларионович. Слушай, Валер, у тебя есть где позарядить, а? Ну надо, чтобы аккумулятор часа два в тепле постоял. Так баня есть. Я посмотрю. Валяй. Ну, отлично. Слушай, Валер, выручай. К утру уже улетим. Аппарат так бросите? Закрой, не переживай. И снится нам не рок, а космодрома. Не это ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома. Спасибо, брат землянин, зеленая, зеленая трава. Зеленая трава. Ну, с наступающим. Ты меня уважаешь? Очень. Ну? Толя, ты мне скажи. Сейчас все скажу. Вот как у вас там все? Не просто. Да? Да. Сложно. Но зарплата повышена. Да, да, да. А вот ты мне скажи, какое самое главное правило поведения в летающей тарелке?
Ой, прости, я запамятовал. Как в танке. Главное не бздеть, а то можно умереть. Ты же думаешь, на других планетах там что, легче жить, что ли? Угу. Хрена горького. Где, кстати, хрен был где-то, подаю. Вот, Валера, вези одно и то же. Вот я так оно раз лечу, думаю, зачем? Борожу эти просторы, борожу. А космические масоны поназахватывали все, понаворовали и сидят. Масон, и у вас масон? Они везде. Валер, Валера, вот я, да? Я пробовал бороться. А, ничего. Чего? Ничего. Списали. Вот на эту рухлядь. Простым ученым. А. Да. А я академик, Валера. А. Той. А? А вот а к нам-то вы зачем полетели? Не хотел говорить. Ну, закрываю вас. Как закрываю? Эксперимент признан неудачным. Вот прилетели взять пробы грунта, бактерий, щепоточку. Ну, там воздух, там, то есть, и все, все. Послезавтра потоп. Какой потоп? Всемирный. Валера. Толя. Ты что? Ну, полетели с нами. Мы тебя там в Академию наук пристроим, все будет вообще. Мы же до завтра, до вечера поковыряемся. Ой. О, поковыряемся. Хочешь, возьми с тобой кого-нибудь? М? Кого? Ну, кого? Толя! Я милицию уже вызвала. Галька, дура ты! Утонешь, ведь вы на локти будешь кусать! И спасибо, что поздравил с наступающим. Привет. Куда? К вам что? Да нельзя! Веришь? Конечно, Валера. Да я считаю, давным-давно надо было все затопить это к чертовой матери. Разве что это люди? Вот разве это цивилизация? Они ж бьют, воруют. Утопить всех, как котят. А дети? У них и дети все такие. Вот, утопить всех. И начать все заново. Вот тогда у страны будет шанс. Они вообще очень правильно придумали насчет потопа. Они молодцы, просто молодцы. Вот у нас бы духу не хватило, силы воли смыть всю эту мерзость с матушки России. Но лучшие уцелеют, Валера. Да? У меня на этот случай все готово. У меня есть лодка, гречка, соль, спички, помповое ружье. И удостоверение ФСБ. Да? Да. Поддельное, правда. А если навсегда затопит? Да не будь ребенком, друг. Ну разве они там на Центавре все сосунки? Им же ресурсы наши нужны. Наша нефть, наш газ. Сомали, может быть, и не всплывет. Но мы всплывем точно, обязательно. Сутки, трое, ну максимум месяц. И все будет кончено. И вот тогда нашим космическим товарищам понадобится какая-то организация. Так. Опытные управленцы. Так что мы уцелеем, Валера. Я уверен. Оставайся. Видишь, я так лучше с ними? Ну, может быть, ты и прав. Ага. Секундочку, я только предупрежу
чтобы тебя выпустили. Угу. Мы идем. Всего тебе самого наилучшего, друг мой. С наступающим тебя Новым годом. Спасибо. Отпустите меня, пожалуйста. Я прошу, не думай, надо. У меня свинья. Мужики, я здоров. Будет потоп. Понимаете, новый, всемирный. Пили? Мы с Толей выпили немножко. Понимаю. Тут я вас очень хорошо понимаю. Я вижу, что вы меня понимаете. Это не Белочка. Белочка совсем по-другому ощущается. В чем ужас-то, что не верит никто? Вот вы с виду адекватный человек. Можно задать вам один проверочный вопрос? Ну? Вы слышали когда-нибудь, чтобы электроды внедряли в мозг человека и все его мысли слушали? Да бред, нет, конечно. Значит, шизофрения. С чего вы взяли, что у меня шизофрения? Нет, это у меня. Это у меня шизофрения. У меня мысли слушают. И иногда команды дают. Инопланетяне. Сейчас говорят, отпустить вас надо. Правду вы говорите. Посидите еще со мной. Конечно. К врачу вам надо. Мне с работы уволят сразу. Видите в окно? Привет передавайте. Всем тоже. Только вы у меня и есть. Прости. Прости, родненькая моя. Нет для тебя пары. Холостая полетишь. Прости. Прости, родненькая моя. Как Гагарин и Титов. Ух ты, ты. Ну, во-первых, с животными нельзя. Нет, я их не брошу. Пусть останутся как память о земле. А сам ты куда собрался? Че тебя в космос потянуло, а? Так потом же на днях. Ваш подручный рассказал. Кому ты поверил? Балаболке этой. Его с крейсера списали. Врал везде, что адмирал. Геннадий Ларионович, ну что вы говорите? Помолчи! Ага, я так конец приму. Чего он тебе наврал? Что ученый? Ассенизаторы мы из космоса. Дерьмо из черных дыр. В недра земли сливаем. Давай! Оп!
Давай! Опа! 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 Давай, давай! Опа! А потом из этого вот нефть ваша получается. Ну, или газ, я не знаю. Золотари мы с Центавра. Понимаешь? А потом-то будет? А? А я откуда знаю? Может, вот завтра и ливанет. Лестница! Ну, меня-то возьмите, тем не менее. У нас своего добра хватает, товарищ. Разуйся. Я все-таки пол помыл. Малышка. Ты если хотел извиниться, надо было просто прийти и сделать это. А им придумывать про каких-то инопланетян. Что ты уставился? Ешь борщ. Да никому он не скажет, Геннадий Ларионович. Постесняется. Береженого Бог бережет. Врубай. А какие еще инопланетяне? Ну ты трепач. Тебя,